Для Анжелики Геннадьевны каждая поездка к сыну – событие волнительное. Хочется повидаться, спросить, как жизнь, как здоровье – все то, о чем хочет знать каждая мама, когда ее дети далеко. А потому на красивый юбилей соединения женщина, конечно же, приехала вместе с супругом. Многое поменялось с тех пор, как сын отправился служить. Но самое главное – изменился он сам. Стал серьезнее, собраннее, взрослее. Однозначно повзрослел, конечно. Да, это как-то, не знаю, быстро изменился. А боялись вообще отправляя в армию? Боялась. Если честно, боялась, да. Ну, как-то сейчас уже ушла эта боязнь. Ну, как-то так даже вот... Ну, конечно, ждем скорее, чтобы пришел. И таких молодых ребят в подразделение приходит каждый год достаточно много. В 111-й бригаде эти юноши осваивают артиллерийскую науку, знакомятся с вооружением, образцы которого смогли увидеть гости праздника в рамках Дня открытых дверей. Закаляют характер, учатся нести ответственность, быть целеустремленными и собранными. Конечно же, интересно, это стрельба с автоматов. Выезжаем на полигоны, стрельба с орудий, это все интересно, как для мальчишек, я думаю, для всех. 80 лет общей истории 111-й гвардейской артиллерийской бригады – это часть личной биографии каждого, кто в праздничный день стоял на плацу. Рядом с молодыми ребятами – седовласые ветераны, чья жизнь была тесным образом связана с подразделением. Они были у истоков общих традиций, а сегодня это верные наставники, помощники в вопросах патриотического воспитания молодежи. Вообще военная служба, она тяжелая, военная служба, она непростая. Поэтому сравнивать, как было легче раньше или сейчас легче, трудно сравнивать. Просто нужно побыть, так сказать, на этом месте. И, соответственно, требования, конечно, сейчас большие к армии, как и прошлые годы были большие. Вот, прежде всего, боевой подготовки. Конечно, самый волнительный и ответственный этап – церемонии награждения наиболее отличившихся военнослужащих. Тех, кто сегодня добивается определенных результатов, показывает высокие достижения в боевой подготовке. Тех, кто создает историю 111-й артиллерийской бригады сегодня. Ее вклад в развитие системы безопасности и подготовку военных кадров отмечается на высоком уровне. Бригада занимается боевой подготовкой в соответствии с планом. Основные элементы и проведение осуществления мероприятий осуществляются в соответствии с планом. На данный момент, даже в день праздника, бригада выполняет учебно-боевые задачи на полигоне 210-м общевойсковом. Участвует в совместном мероприятии «Поезд 2019». И после праздника, соответственно, 16 числа, личный состав бригады участвует уже в другом совместном учении, которое проходить на полигоне Брестки. Соответственно, пользуясь случаем, хочу всех поздравить ветеранов бригады, кто служил в гвардейской бригаде, пожелать в первую очередь здоровья, счастья, успехов. Бригада славна своими не только традициями, но и ветеранскими взаимоотношениями. Поэтому для бригады сегодня это знаковое, почетное, яркое событие. 80 лет. Хочется поздравить всех ветеранов, всех военнослужащих бригады с этим красивым праздником. Пожелать всем успехов. Успехов в боевой подготовке. Успехов в решении стоящих перед вооруженными силами задач. И те передовые позиции, которые бригада держала всегда, они пусть остаются на будущее поколение воинов-артиллеристов. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.